Магнетизм, как вы помните из урока физики, это мощная сила, которая заставляет определенные предметы притягиваться к холодильникам. В старые времена это не называлось курортным сезоном, христиане называли его Рождеством и ходили в церковь, евреи называли это Ханукой и ходили в синагогу, атеисты ходили на вечеринки и выпивали. Люди, проходя мимо друг друга на улице, говорили «Счастливого Рождества» или «Счастливой Хануки» или атеистам «Берегитесь стены». В отличие от кошек, собаки никогда не царапают вас, когда вы их моете. Они просто становятся очень грустными и пытаются понять, что они сделали не так. Когда возникают проблемы и дела идут плохо, всегда есть один человек, который видит решение и готов взять на себя командование. Очень часто этот человек сумасшедший. Если бы вам нужно было определить одним словом причину, по которой человеческая раса не достигла и никогда не достигнет своего полного потенциала, это слово было бы «встреча». Не все химические вещества вредны. Например, без таких химических веществ, как водород и кислород, не было бы возможности производить воду, жизненно важный ингредиент пива. Люди, которые хотят поделиться с вами своими религиозными взглядами, почти никогда не хотят, чтобы вы делились с ними своими. Человек, который мил с вами, но груб с официантом, не является хорошим человеком. По моему мнению, негуманно заставлять людей, которые действительно нуждаются в кофе по медицинским показаниям, стоять в очереди за людьми, которые, по-видимому, рассматривают это как своего рода развлекательную деятельность. Знак на шоссе Теннесси, когда этот знак находится под водой, эта дорога непроходима. Демократы кажутся в основном более приятными людьми, но они снова и снова демонстрировали, что у них есть управленческие навыки сельдерея. Это те люди, которые остановятся, чтобы помочь вам сменить квартиру, но каким-то образом умудрятся поджечь вашу машину. Я бы не хотел доверить им Квизинат, не говоря уже об экономике. Республиканцы, с другой стороны, знали бы, как починить вашу шину, но они не удосужились бы остановиться, потому что хотели бы успеть на ночь безобразных штанов в загородном клубе. Если вы посмотрите на фотографии Гетисбергского выступления, то увидите парня справа, которого, я думаю, зовут Кит Ричардс. Из собак получились бы совершенно некомпетентные преступники. Если бы вы могли каким-то образом заставить группу собак понять концепцию убийства Кеннеди, все они немедленно признались бы в этом, принимая во внимание, что вы никогда не увидите, чтобы кошка проявляла какое-либо виноватое поведение, несмотря на тот факт, что несколько кошек были замечены в Далласе на травянистой территории холма, не то чтобы я хотел распускать слухи.
Ученые говорят нам, что самое быстрое животное в мире со скоростью 120 миль в час – это корова, сброшенная с вертолета. Принтер состоит из трех основных частей корпуса – лотка для застрявшей бумаги и мигающей красной лампочки. Вы можете сказать собаке любую ерунду, и собака просто бросит на вас такой взгляд, говорящий: «Боже мой, ты прав. Я никогда бы не подумал об этом». Что бы ни случилось, кто-то найдет способ отнестись к этому слишком серьезно. Каждый год миллионы лыжников приезжают в Колорадо, чтобы испытать на себе превосходные услуги неотложной медицинской помощи. Как американцы, мы всегда должны помнить, что у всех нас есть общий враг. Враг опасный, могущественный и безжалостный. Я имею в виду, конечно, федеральное правительство. Чего хотят женщины, чтобы их любили, чтобы их слушали, чтобы их желали, чтобы их уважали, чтобы в них нуждались, чтобы им доверяли, а иногда и просто, чтобы их обнимали? Чего хотят мужчины? Билеты на мировую серию. Очевидное и справедливое решение проблемы домашнего хозяйства – позволить мужчинам заниматься домашним хозяйством, скажем, в течение следующих 6000 лет, чтобы уравновесить ситуацию. Проблема в том, что мужчины с годами выработали преувеличенное представление о важности всего, что они делают, так что вскоре они превратят работу по дому в такой же фарс, каким сейчас является бизнес. Они нанимали секретарей, покупали компьютеры и летали на собрания по дому на Бермудские острова, но никогда ничего не убирали. Никогда не бойся пробовать что-то новое. Помните, что ковчег построил любитель-одиночка. Титаник построила большая группа профессионалов. Твоя рука и твой рот много лет назад согласились, что когда речь идет о шоколаде, нет необходимости задействовать свой мозг. Магнетизм – одна из шести фундаментальных сил Вселенной, а остальные пять – это гравитация, клейкая лента, нытье, дистанционное управление и сила, притягивающая собак к паху незнакомцев. Я ненавижу рэп-музыку, которая для меня звучит как куча кричащих разъяренных мужчин, возможно, потому что человек, который должен был дать им мелодию, так и не появился. Самый простой способ испечь фруктовый кекс – купить темный кекс, а затем вбить в него несколько старых твердых фруктов молотком. Обязательно надевайте защитные очки. Если женщине приходится выбирать между ловлей летучего мяча и спасением жизни младенца, она выберет спасение жизни младенца, даже не задумываясь о том, есть ли на базе мужчины. Молодым можно быть только один раз, но всегда можно быть незрелым. Если действительно существует Бог,
сотворивший всю Вселенную со всей ее славой, и он решит передать послание человечеству, он не будет использовать в качестве своего посланника человека с кабельного телевидения с плохой прической. Каждый имеет право быть глупым. Некоторые просто злоупотребляют этой привилегией. Идеальный родитель – это человек с отличными теориями воспитания детей и без реальных детей. Без приучения к горшку ребенок может пройти в жизни не так уж и много. Это непростое совпадение, что 6 из 7 последних президентов были приучены к горшку, не говоря уже о почти половине законодателей штатов страны. Никогда и ни при каких обстоятельствах не принимайте снотворное и слабительное в одну и ту же ночь. Если вы опросите сотню типичных американцев среднего возраста, держу пари, вы обнаружите, что только двое из них могут назвать вам свою группу крови, но каждый из них знает заглавную песню из Беверли-Хиллз. Чувство юмора – это мера того, насколько мы осознаем, что попали в ловушку мира, почти полностью лишенного разума. Смех – это то, как мы выражаем беспокойство, которое мы чувствуем при этом знании.